Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И сегодня я хочу вам показать, как провязываются поворотные петли. Смотрите, поворотные петли мы с вами используем при вязании ростка в реглане сверху. Вот здесь нам нужно с вами провязать поворотные ряды для того, чтобы вывязать росток. Либо когда мы вяжем изделие снизу вверх и вверху провязываем плечевые скосы и вырез горловины. Давайте смотреть. Вот мы с вами вязали лицевой ряд, например, и вот эта петля у нас должна быть поворотной. Что мы делаем? Я лицевую петлю снимаю на спицу, на правую ниточку завожу перед работой, петлю снимаю обратно на левую спицу и работу переворачиваю. Вот видите, у нас эта петелька получилась обкрученной. Далее я провязываю изнаночный ряд. Много вязать не буду. Представим, что следующая петелька у нас должна быть разворотной. Мы накидываем ниточку, как будто бы собираемся провязать изнаночную петлю, переснимаем петлю на правую спицу, ниточку уводим за работу и обратно снимаем эту петельку на левую спицу. Разворачиваем вязание. То же самое, видите, у нас петля получилась как будто обкрученной. Что мы будем делать с этими петельками, когда в следующем ряду мы до них довяжем? Во-первых, очень удобно вязать. Мы всегда увидим, где у нас поворотная петля. Видите, ее видно. Когда мы дойдем до этой петли, лицевую петлю мы подхватываем вот эту обкруточку спереди, накидываем на спицу и провязываем эти две петельки вместе. Вот так вот. Дальше мы вяжем изнаночный ряд. Точно так же мы дошли до поворотной петли. Опять же, у нас ее видно хорошо. Видите, она не похожа на других. И здесь у нас обкрутка. Вот она. Надо ее поднять сзади и также накинуть на спицу. Затем выводим сюда ниточку и провязываем изнаночную петлю. С этой стороны у нас тоже получилось все красиво. Вот таким образом провязываются поворотные петли, которые потом совершенно незаметны. Вот смотрите, я здесь провязала. Вот здесь вот 5 поворотных петель. Вы их видите? Не видите. Очень замечательно. Смотрите, как они хорошо выглядят. Надеюсь, эта информация была для вас полезна, поэтому сохраняйте это видео себе в копилочку, делитесь им в соцсетях, вяжите красиво, вяжите аккуратно и вяжите с удовольствием. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!